Classic. Здравствуйте, я Лариса Гузеева. В эфире «Давай поженимся». Девчонки, у нас сегодня жених заморский из Тель-Авива, а за невестами к нам прилетел специально. А бороться за него будут Юлия из Мюнхена, Евгений из Москвы и Ксения из Ростова-на-Дону. Ну, давайте сначала на жениха посмотрим. Добрый день, я рад находиться здесь. Меня зовут Макс. Не так давно я ощутил желание перемен в жизни, и поэтому я здесь. Меня поддерживает сегодня Катя, это мой коллега и друг. Проходите. Макс, 38 лет. После неудачного брака с женщиной, похожей на Мэрилин Монро, много лет купался в женском внимании, но, заглянув в паспорт, решил задуматься о семье. Макс – владелец ювелирного бизнеса и тренинговой компании в Израиле. Признается, что привык сам принимать решения, и к нему необходимо найти правильный подход. Макс не обратит внимания на женщину, которая поднимает свою самооценку при помощи силикона и не заинтересуется невеждой с дурным вкусом. Женится на интеллигентной девушке со светлыми глазами, длинными волосами и комфортной аурой. Здравствуйте, приятно вас видеть у нас на программе. Очень приятно, спасибо. Да? Роза, расслабься. Ты не во вкусе нашего жениха. Во-первых, ищет интеллигентно, со светлыми глазами. И еще что такое сказал принципиально важное? С приятной аурой. С хорошей аурой. С приятной аурой. Нет, что-то еще прямо мне... Ну, неважно. А что, у меня аура хорошая. Да. Роза, вы мой кумир, конечно, хорошая. Вот. Вспомнила еще ту, которая не поднимает свою самооценку при помощи силикона. Ух, не видать тебе нашего жениха сегодня, Роза, не видать. Она, знаете, так нервно смотрит на эти коробочки. Если вы их для невест приготовили, уберите сразу. Нет, я их приготовил для вас, именно по рекомендации тогда, своей. Потому что у Розы уже прямо, да. Знаете, нервная такая вот... Любит она, грешница, подарки. И мы, правда, тоже ручку не отводим. Да. Это по рекомендации моей мамы. У меня была идея, она поклонница ваша, в общем-то, как и все мы, безусловно. Потом просто, видать, умная женщина. Ну, конечно. Раз с коробочками сына в дальнюю дорожку проводила. Она же моя мама, ну, конечно, она умная. Да, он знает, как к женщине подойти. Вот, мам. Лучшие друзья девушки это... Лучшие друзья девушки это... Какая прелесть! Спасибо большое. Ой, как мы цвет мой угадали. Но самое интересное, что угадали мой стиль. Посмотрите. Ой, ой, подарки всем ювелирные. Какой молодец! Боже! Браво! Ого. Макс, да. Браво! Я одного не могу понять. Максим, я месяц назад была в Тель-Авиве. Страна невест просто. Каких хочешь. И хорошая девочка из хорошей семьи. И плохая девочка из хорошей семьи с автоматом. Уже какой только хочешь там найдешь. Почему вдруг к нам? Ну, русские девочки, видимо, мне ближе ментально. Вот именно это основная причина. Что мама говорит? Ну, мама, несмотря на то, что она еврейская классическая мама, у меня с ней договор. Она не вторгается в мою жизнь дальше, чем положено, а я, в общем, вы не продаете ее. Девочки, да. Девочки, все услышали? И забудьте это, вот эту глупость, скажем. Аида еще мама, конечно, она говорит, ты еще маленький, тебе всего 38 лет. Делай, что хочешь, но женишься ты на той, которую я приведу. Мамочкин сынок. Аккуратнее, Ксения. Аккуратнее, да. А вот расскажите-ка про барышню, которая на Мэрилин Монро была похожа. Ну, это дальняя история, но она была на нее похожа, да, и я предполагаю, что и до сих пор похожа. Похожа или пилила под нее там причесочка? Нет, 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 она внешне, вот, ну, как бы вот родилась вот именно с таким набором, видимо, качества. А пятый размер? Ох, какая Катя. А почему ты именно этот вопрос задаешь? Ну, Мэрилин Монро чем отличалась? А, ну я понимаю, у кого что болит. Ну, конечно. Кто о чем? А лысая подружка. Да. Ну, учитывая, что она была старше меня на 8 лет, и мне было 22, возможно, да, и было 30, соответственно, она была такая девушка опытная, такая. И, в общем-то, было очень интересно. Это были такие качели, то или скандалы, развод, потом любовь и все. Ну, в 22 года это ведь то, что нужно, да. Потому что сейчас уже как-то было бы странно, если бы были такие желания. И расстался, потому что уже чую в брак-то тащить. Да нет, все поженились. Пережил с ней. Они поженились. Причем через месяц. Сразу, мгновенно. Через месяц, да.
Но детей не народили себе? Нет. Мамка сказала, повремени с этим. Мама на самом деле даже не знала, что я женился, но узнала об этом потом. Я рушу стереотипы еврейских детей сейчас, видимо. Уж не было такой еврейской свадьбы, ничего не разбивали вы там? Нет, 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 это не мой формат. На кресле вас не носили по гостям? Не помню что-то такого. Не припоминаю. Не было никакой свадьбы, мы расписались. Она русская, наверное, была? Она была такой коктейль. Нет, она... Коктейль. Это был коктейль. Она была и... Там была и греческая кровь, и прибалтийская, и еврейская, и какая-то еще. Ну, в общем, достаточно такой вот фонтан эмоций. Ну, хорошо. Связано, расстались да. Из-за чего? Из-за чего? Пережили отношения? Как-то... Или серьезная была причина? Ну, я вдруг понял, что это как бы... Ну, очень сложно вспоминать, но я почему-то понял, что я пришел к выводу, что, наверное, все-таки это не женщина для семьи. Вот, несмотря на то, что я как бы для вот таких вот эмоций, да. И вот как-то так. Да? Угу. А вторая, которая Шарон Стоун была, вылитая. Так как-то звучит круто, да? Мэрилин Монро, Шарон Стоун. Нет, его надо, конечно, Шарон расслаживать. Шарон Стоун, Мэрилин Монро, по актрисам пошел. То, что вы сказали, Шарон Стоун, это было года два назад. Там в основном было поведение, как у Шарон Стоун, из фильма «Основной инстинкт». Ну да, вот как бы, да, вот она была такая, женщина-кошка. И она пришла ко мне на как психоаналитику решать все какие-то вопросы. А бельицо-то не забыла надеть, нет? Что-что? Бельицо. Бельицо надеть не забыла? Это как бы для начала пришла, обозначила список каких-то задач. В общем-то, мы с ней начали работать. То есть, как моя работа. Прилягте, милая, на кушеточку. Я понял на второй или на третий раз, что это что-то не то, что там все в порядке. То есть там... Соблазняла? Абсолютно, да. Соблазняла? Психоаналитик сказал, что у пациента все в порядке, ты себе представляешь? Соблазняла, честно, Макс? Я психоаналитик для здоровых людей, то есть для здоровых. Знаешь, я что, с диагнозами психоаналитик для здоровых людей в Израиле, который работает на бриллиантовой бирже. Да. Сейчас я выйду и меня сканируют. А наша девчонка-то, вот, которая придет сегодня, и вдруг вы с ней выйдете, на что ей рассчитывать? На хумус в Израиле или здесь? Как раньше. Ну, хумус я не ем, в принципе. Почему? Не моя еда, не люблю я этого. При всем уважении, конечно. Вы заберете с собой или здесь хотите? Заберу с собой, но хумусом, скорее всего, кормить не буду. Есть какая-то еда поинтереснее. А у вас от хумуса попа растет. А что у вас да? там? Тогда конечно. Пусть ест. А тут, знаете, все говорят про ювелирку, а потом, и ничего нет. Это розы прощупы, это правда. Это да. Так у вас дом-то какой? Или дом у вас, или что? Нет, у меня есть квартира. У меня есть квартира, которую я сдаю, а сам живу в том районе, который мне более нравится. Не люблю. А жить-то жена где будет? В квартире. В той, которую сдаете, или в той, которой... Нет, жить она будет, я предполагаю, что со мной. Видимо, по всей видимости, там, где живу я. А сдаете, потому что нужно доход, или удобнее снимать квартиру ближе к работе? Просто какая причина сдавать? Именно по этой причине, да. То есть потому, как я ценю время, и я живу сейчас, я могу 15 минут пройти из офиса до дома пешком, элементарно по телевизору. А не жалко, нет, что там будут вам вытаптывать полы? Нет, мне не жалко, сделаю ремонт. Нет. А вот вы снимаете лучше или хуже вашей? Или ну, лучше, я думаю. Лучше? Лучше, да. Я люблю комфорт, Роза. Вот мне очень важно, чтобы... Я поняла, что вы любите, поэтому посмотри на него. Ты в сороковник вот так выглядела, посмотри на него. Вот если бы он сказал, что ему 27, я бы сказала, молодец, хорошо выглядит. А вот у меня вопрос, а с детями когда вообще вопрос решать? Ну вот, собственно, наверное, да. Ну вы как планируете, через годик начать планировать или уже... Вообще у меня вот такая есть цель, да, у меня вообще цель, в общем-то, ну, не цель, это неправильно говорить, цель, как бы желание иметь, чтобы у меня было трое детей, ну, двое тоже сойдет. Самое время заводить детей. Ну, это да. Русская еврейка? Для меня я космополит, не принципиально для меня этот вопрос, вообще не принципиален. Ну, русскую, во-первых, не жалко будет. Свою все-таки жалко, правильно? Что значит жалко? Что значит жалко? Бить что-то? Я мирный, на самом деле, человек. Пусть работает, идет и так далее. Потому что на своей-то вы не поездите. Знаем, знаем. Значит... Я не буду с вами спорить, да? Еще и в эфире, но на самом деле бывают ситуации иногда другие. Да? Ну, правда, не на своей ходить, а мама что скажет? Ну, мама скажет так, как я скажу. Угу. У нее выбора она, нет. Она что, от вас зависит материально, что ли? Да нет, она меня любит, она же моя мама, ну что же зависит. И поэтому она верит в меня, она считает, что у меня с мозгами все в порядке. Так что, не будем хозяйственную искать? Хозяйственную? Что значит хозяйственную? Ну как, или наймете, ну, приходящей женщины. Ну вообще, я считаю, что черную работу по дому всегда лучше отдавать на аутсорсинг, я считаю. Это, ну, моя... Слушай, все нравится больше и больше. Позиция а уж такая. Как нашим девочкам, которые приходят из коммунала, которые слаще морковки в жизни ничего не ели, уже здесь нога
на ногу и говорит: хочу, чтобы была домработница. Ну, я считаю, что... Чтобы муж работал на бирже. Бриллиантовые деньги, а я ничего делать не буду. Нет, ну как бы ничего так делать что? Не буду, тоже не пройдет. Тогда что... давайте определимся обозначим и задачу. Наметим, что должна. Мне бы хотелось, чтобы у девушки была бы своя какая-то, своя жизнь, не личная, да, а своя какая-то, ну, желательно, чтобы оно было. Было. Да. Хотя, знаете, есть люди, которые никакой, без образования, но они такие вот, как-то вот по-житейски умные. Не знаю, надо посмотреть. Но желательно, конечно, чтобы было. Я все-таки не видела без образования житейских ум. Даже я с двумя высшими образованиями. Я не имел в виду вообще без образования. Я не имел в виду без какого-то там... Хорошо. Хотите, чтобы у нее было свое дело? Или будет вам помогать? Мне бы хотелось, чтобы она, да, у нее были какие-то свои интересы. Потому что иногда интересно послушать, чем человек живет. А карьера? Если у нее будет успешная. Ну, пусть будет. Теперь скажите, как будете договариваться? Макс, вот мы уже пошутили, а теперь серьезно. Жить на две страны тяжело, вы это сами понимаете. Нет, жить нужно если только в Тель-Авиве, если все есть складываться. Такая возможность, я считаю. Если есть возможность в Тель-Авиве, там нужно и жить. А работать, в принципе, я могу везде, по миру. То есть а стране. Если для нее будет принципиально вот, работа здесь? Вот, ну... То есть ей либо бросать... и пробовать что-то себя там в Израиле, потому что не получится на две страны, как у вас. Сегодня многие работают с компьютером, им все равно где. Угу. А вот для нее, например, будет это невозможным. Ну, надо будет думать. Не, с ума не сойдете, если она там будет с утра до ночи по магазинам, с подружками, а вы будете вкалывать? Ну, я думаю, что меня это не очень устроит, как жена, которая живет на две страны. Поэтому. Есть, значит, нужно ту, которая, ну, которая согласна на переезд. Да, да, согласна на переезд. А ты была в Израиле? Нет, зачем? Вот вы у меня, знаете, какую ассоциацию вызываете? Мультфильм «Зимовочка», там такой жабенок был, говорит, надоело все, хочу спасибо. Жениться. Ну, не с точки зрения, что он жабенок. Ну да, да, подарки она уже получила, теперь можно оскорблять. Да. А я не оскорбляю, я просто как бы картинку рисую. Вот он такой жабеныш вот... страшный, мерзкий. Это не про него. И несчастная Зимовочка, да я не которая... Про, что он а он кривоного. А тогда для чего раз... И как я говорю, зимовочка. Что жабенок от скуки жениться-то решил. И вот у меня такое впечатление, у что жизненный план. Женит не от скуки. От скуки. А жена должна быть такой ценностью. Вы вообще жениться знаете, Роза, для чего должны? Роза, почему вы решили, когда... что мне скучно я жить? Так чувствую. А жениться мужчина должен тогда, когда для него сама семья ценность, жена как орден, потому что дети как некая награда, то, что он может передать, то, что уже есть, что передать, вот тогда она для вас олимпийская медаль, и ценить будете, брат крепкий. А когда вы приходите, говорите, ну, скучно, ну, вот от веселой жизни уже надоело, дай-ка женюсь. Вот это вот не, от этого ничего хорошего не получается. Обожаю Розу Сибитову. Молодец. Она всегда говорит правду. Да. Девочки, слушай меня и верь мне на слово. Лучше еврейских мужчин мужей нет. Но если нет, получается сложные. И, к сожалению, Макс – это вот тот самый сложный мужчина. К сожалению. Я ваш тип, к сожалению, действительно. Потому что, конечно, девушкам хотелось бы нечто попроще. Вы устроены сами по себе очень сложно, и вас нужно взять, можно взять, только очень быстро. Измором. В этом, нет, не измором, а именно очень быстро. Потому что сначала первый шаг в ваших отношениях, это, ну, конечно, играет роль свою химия. Вы покупаетесь на сексуальность женщины, на тот тип, который вам приятен. Но потом, на следующем этапе, когда вы от женщины начинаете требовать того, что действительно уже предъявляется к идеальной женщине в вашем представлении, это полностью зачеркивает все первоначальные требования. Это слабый и Венера, и Луна одновременно. Вам нужно сначала одного, потом другого, потом неважное и неценное, не то и не другое в женщине. А вы начинаете искать чего-то больше. Это очень непросто. Для женщины прежде всего. Поэтому я надеюсь, что наши девушки сегодня будут предельно расторопны и предприимчивы, потому что на вас важно произвести впечатление сразу. Я сегодня сексуальна. Почему вы женились быстро? Да потому что вот... Ну, на самом деле, потому что я хотел, чтобы она уехала со мной в Израиль. Ну, совершенно верно. Она сразу произвела впечатление. Как только отношения затянутся дольше какого-то момента времени, вы такое количество изъянов найдете в женщине, что сами передумаете жениться. Поэтому я считаю, что вы тот редкий случай, кого год не нужно вываживать, выхаживать, выгуливать. А если женщина нравится вам сразу, она должна быть готова быстро меняться под... ваши предпочтения под ваши требования, но и брать вас тоже в ЗАГС вести надо быстро. Очень скоро нашего жениха ждут три незабываемые встречи. И, возможно, одна из них изменит его судьбу. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Макс. Встречайте первую невесту. Удачи!
Очень приятно. Каждый маленький шаг в нашей жизни приводит к чему-то большому. Пусть эта встреча сегодня сделает чем-то, станет чем-то большим для двоих из нас. Отлично. Спасибо. Спасибо. Юлия, 31 год. Аналитик в автомобильной компании. Гордится своим образованием, мечтает построить экодом, окончить курсы яхтинга и не смотреть на ценники в магазинах. Признается, что не любит мыть посуду. Все избранники Юлии делали ей предложение руки и сердца, но вскоре забывали об этом. Надеется, что у Макса хорошая память. Здравствуйте, дорогая моя. Здравствуйте. Я бы хотела вам вручить букеты. Я очень рада вас видеть сегодня. Просто спасибо. Я пока безумно. Ты даришь. Что-то необыкновенное. Это для розы. Какие-то совершенно сумасшедшие цветы. Потрясающие. Угадала. Красивые. Ну, это необыкновенной красоты. Спасибо большое. С таким вкусом, удивительно. Спасибо. У нас сегодня просто день подарков и внимания. Юлечка, огромное вам спасибо. Мы на самом деле. Ну, вы это посмотри, им понравилось. А, недавно в Мюнхене? Да, да. У меня там программа как бы. А там что? Что работа? Вас пригласили? Нас или... пригласили. Это обучающая программа международная. То есть международная группа. Собрали со всего мира людей. И как бы... И чем вы занимаетесь? Ну, сейчас я дописываю диплом, но параллельно как бы у нас мы можем работать. Какая будет специальность? Международная экономика. Для Максима принципиально, чтобы вы поехали в Израиль. Поедете? Я поеду, я там была неоднократно, как бы в Тель-Авиве. То есть найдете работу? Подожди, мы сейчас будем говорить о любви. О чем бы мы сейчас не говорили, закончится все тем, что вы скажете, нет, в Израиль не поеду, и тогда для чего все это нужно, называется. Я бы хотела сказать, что у меня отец живет в Тель-Авиве. А, все, прекрасно. Ну, это тогда все отпадает, все вопросы. Отец живет в Израиле. Да. А, она из-за этого не поедет в Израиль. Из-за отца. Как вам не удалось жениха довести до ЗАГСа? Ну, разное случается по пути к ЗАГСу. В этот раз не удалось, да. Но мы долго были вместе. Сколько? Это около 7 лет. О. Да. Это была... А что вы там делали 7 лет-то? Любили друг друга. Скажите, что мешало? Ну, что мешало? Ну, было сделано предложение, но оно было таким номинальным, как бы хотелось больше уже активности с его стороны там. То есть сделал предложение, но дату не обозначил тогда? Нет, нет. Угу. И какой-то просто момент, мне кажется, я так была как на взводе, и я, наверное, вспыхнула немножко, вспылила. Жили вместе? Да. А вспылили как? Какая это была форма? Агрессивная. Ну как агрессивная? Ну, как? Ну расскажите. Нет, когда я тебе человек кормит 7 лет завтраком и говорит, пойдем в ЗАГС, нет, а в ЗАГС не идете. Не кормили что... меня завтраком. А что было? Меня один раз накормили, сказали, мы туда сходим. Жди. Жди, да. И она вот ждет. Я ждала, да. Ну обещанного 3 года ждут, да. А вы 7 лет ждали. Да. И у нас на 7-м году что вы сказали? Козел. Нет, ну я не сказала козел, нет. Просто я так и сказала, что почему было сделано предложение, а вот с самого похода в ЗАГС, там, дата, а платье. А он что, он говорит, так я забыла, 7 лет назад я тебе обещал. Надо было напомнить мне раньше, а у меня из головы вылетело это. Что он ну, вам ответил? Ну, он обиделся очень сильно и ушел. Мне кажется, так некрасиво, когда женщина, мужчина тащит в ЗАГС. Нет, это, конечно, некрасиво, я согласна. Уже тонко к этому подвести, так что... Настроить. Мне кажется, мужчина так должен хотеть жениться. Они, в общем, боятся же этого. А еще были какие-то после этого серьезные отношения? Да, были еще одни отношения, но... А там что? Там очень было быстрое такое бурное развитие и форсирование такое абсолютное. С чьей стороны? С его стороны. Он просто сделал предложение жить вместе. Но когда мы уже съехались, то он как-то вот на 5-й день... извинился и сказал, как-то я вот поторопился со своими решениями. А чем вы его напугали, как вы думаете? Дело в том, что как бы я была очень сильно в работе. У меня были проекты, которые мне надо было закончить, сроки поджимали. Я хотела отложить этот переезд, он настоял. Давайте так, перед тем, как переехать к нему с чемоданом, о чем вы договорились? Вот как ваш быт будет обустроен? Кто будет платить за квартиру? Это была его собственная или съемная? Съемная. Съемная. Вы обговаривали, кто будет за нее платить? Да, он сказал, что это все он покрывает. Это было говорено. Все, да. Что касается на стол? Тоже он. Мы это говорили. А вы что? А я сама на себя.
Ну. Тогда как вам кажется, что произошло, что? За эти пять дней. Всего пять дней. Всего пять дней. Что он вас выпроводил, в общем? Не, ну он не выпроводил, ну, он предложил продолжить отношения на расстоянии. Ой, мне кажется, лучше вот приходить на чью-то территорию, чем на свою пускать. Не скажи, со своей ты всегда выгнать можешь. Макс, сколько хотите детей? Ну, мы говорили двух, трех. Вы? Двух. Угу. Ой, а вот вы же его прям сами выбрали на сайте, у нас на сайте. Да, и приехали специально. Да, специально приехали. Ну, за что? Не, за красоту, конечно. А вы что можете предложить? Почему вы лучше? Ну, я... Вы мне чем подходите? Как вы думаете? Вы мне чем подходите? Вот как вы думаете? Ну, я интеллигентная, образованная. Женственная, ну, аккуратная, это правда. Хозяйственная. Это правда. И я могу составить хорошую компанию в обществе. Я произвожу владеете языками, да? Да. Наверное, поэтому вы самостоятельная, вас не нужно будет водить за ручку. Да. Вы живете в Европе, то есть вы можете как минимум припарковаться, взять себе на стоянке талончик. Конечно. И как не беспомощная, которая не знает, приезжает и не знает, что и как ей выживать. Да? И это не только парковка, талончик, это еще жилье, регистрации, молодец, документы. Молодец. Да, Юля действительно у нас очень хозяйственная. Любит готовить. Убирать, стирать, гладить. У вас такое образование, которое в любой точке мира пригодится. Согласны со мной? Катюш, согласны со мной? Конечно, согласна. Но дело в том, что, и, наверное, я в такой же ситуации нахожусь, как и наша героиня. Поэтому самостоятельной девушке очень трудно стать не самостоятельной. А еще не иногда требуется самостоятельной женщине становиться рядом с мужчиной? Конечно. Да. Зачем? Конечно. Объясните. Конечно. Зачем? Кто вам внушил в голову, что мужчины хотят сегодня в этом безумном мире, когда ничего не успеваешь, рядом лялек? Да, знаете, кто этом, вам сказал? Этом... Ляльку можно купить часа на три. Которая вам сыграет роль беспомощной такой. В семье, ребят, одному под 40 лет, другой четвертый десяток. А какой вы беспомощный? Сегодня нужно друг другу помогать, чтобы в браке было легче. О чем вы говорите? Поводу под 40. В Израиле, наверное, вам известно, живут до 120. Поэтому у меня еще полно времени. Я хотела сказать, что в нашем тяжелом вот таком веке у нас такие мужчины сейчас, что им нужно и то, и сё, и третий, и пятый, и десятый. И ты должна быть и такой, правильно. И третий. И самостоятельной, и лялькой. Да, это, да это лавировать, да, подстраиваться. Это, а что вы хотите? Во все времена так было. Без мужика от никуда. Женщина за мужчиной, а не наоборот. Да. Это сегодня в мире хотят все перевернуть, понимаете? Но правильно так, как вот вы только что описали. Я, например, не вижу никаких препятствий для того, чтобы посмотреть на сюрприз, который вы приготовили. А за букет вам огромное спасибо. Максим, по древней еврейской традиции, возможно, ты знаешь, для того, чтобы пара была счастлива, и для того, чтобы каждый человек был счастлив, скажем так, не будем сейчас, и молодая пара красит или вымазывает дверь мед и проходит через нее, для того, чтобы жизнь была полноценной, счастливой, щедрой для каждого из нас. Давай, пройдем через это вместе. Прекрасная традиция, первый раз о ней услышал, уже ради этого стоило приехать сюда. Узнала новую свою традицию. Молодец, Юлечка, какая затея. Прекрасный сюрприз, большое спасибо. В комнату проходите. Все, ну круто. Была прям. Молодец. Красотка. Мы за тебя болели. Я красавица. Вот как я люблю таких женщин. Аккуратненькая, все при ней, ничего лишнего. Длина платьица, цвет платья, волосы, ни лишней косметики, ни какой-то дурацкой прически. Вела себя очень интеллигентно. Ну просто вот прелестная прелесть. Очень приятная девушка. Ой, не знаю.
знаю, что этого восхищать. Пусть на меня Юленька не обижается. Как свах тебе говорю, мы хорошие. Простота, конечно, хорошо, но не до такой степени. Ты, наверное, все свои денежки с тремя высшими образованиями, проектами, уж, наверное, на книжки тратишь. В принципе, дело хорошее, на себя бы надо. Почему? У нее дорогое платье, дорогие колготки. Дорогим шампунем голова вымыта. А все же волосики совсем прямо это. Если мало волосиков, надо приделать туда что-нибудь, чтобы прическа была пышная. Мужчина, извините, вот на такой Роза, не зарится. Роза, наоборот, побойся да. Бога. И туфельки, Макси... и туфельки не к платьишку-то этому. Как Роза. Это туфельки? Она что, с ума сошла? Очень много огня в гороскопе и очень сильный Юпитер в первом доме. Это человек, который, в общем, по жизни руководствуется больше своими целями, чем целями близких. Мы не имели возможности долго разбираться в ее отношениях, но я думаю, что она не во всем была уживчива, не всегда прислушивалась к мужчинам, не всегда была достаточно гибкой, но в конце концов наступает определенный возраст, когда женщина над собой начинает работать. Поэтому я считаю, что у нее этот возраст уже настал. Ее может быть иногда немножко... Немножко-множко. Немножко-множко, да. Это свойство всех очень огненных людей, в ней очень много огня. Эти люди в пространстве создают несколько душноватое впечатление и утомляют близких. Если она научится давать покой близким, будет легче. Вот отсюда эта история несчастная пятидневная. Естественно, человек очень редко сам понимает, что его бывает много, и он не дает покоя близким. Вот еще раз скажу, если она в себе... эту черту обнаружит, если она сможет с этим справиться. Ну, это же вот как хорошо. Звезды легли, это вот это как мои дети. Просто хоть квартиру снимай, понимаешь, где-то. Я вроде ничего такого не делаю. Ну, просто вот здесь. Ларис, вот я тебе скажу честно, как астролог уже с большим опытом и большим стажем, мало что можно изменить. Человек рождается на 80% и меняется только на 20% в течение жизни. Но зато он может найти себе человека, который способен это терпеть. И даже будет любить. Но не Макс? Нет. Хорошо. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». У нас в гостях Макс. Встречайте вторую невесту. Я верю в чудеса и думаю, что сегодня случится какое-нибудь чудо. И чудеса случаются с теми, кто в них верит. Я очень рада знакомству. Меня зовут Евгения. Очень приятно. Взаимно. Спасибо, проходите. Евгения, 27 лет. Певица-писательница. Принимала участие в «Фабрике звезд», пела в церковном хоре, работала телеведущей и сменила 5 загранпаспортов. Гордится успехами мамы и брата. Мечтает воспитать красивых и здоровых детей. Первый гражданский муж на прощание признался Евгении, что она плохо готовит, а второй упрекнул в том, что она не закрывает тюбик зубной пасты. Надеется, что Макс не разглядит в ней других недостатков. Хорошенькая, здравствуйте. Здравствуйте. А почему не закрываете тюбик? Вот не было такой привычки, вот намекнули. Но я думаю, что это была такая отговорка. А почему плохо готовите? Уже вам 27 лет. Нет, я уже научилась готовить. Молодец. Я, да, исполняю. А что за успехи у мамы и брата, которым вы гордитесь? Я вообще горжусь мамой и братом, потому что мама у меня воспитала 2 детей, практически одна, и стала профессором по географии, а брат я уже перевезла в Москву, и у него сейчас большая фирма, он очень успешен в бизнесе. А откуда переехали? Из Челябинска. Молодец, на Урале такие девчонки упорные. А почему 5 паспортов сменили? Штампы ставить некуда? Да, потому что очень часто приходилось путешествовать, в том числе и гастроли за границей были. В общем, я наездилась и накаталась. Знаешь, я абсолютно буду не против, если он выберет ее. Ты что? Ну, мы сюда пришли за победой. Жених наш. А поете вы что? А я пою все. Я пела в церковном хоре, получила академическое образование. Потом получилось так, что перешла в эстраду, начала зарабатывать этим деньги, несмотря на то, что у меня там другое высшее образование. Все-таки если я это мое. Если ваш сюрприз не будет с пением связан, может быть, честно поете что-то для настроения? А, будет связано. Я сейчас тут напою настроение, потому что я как раз очень удивилась, что мои первые $50, которые я заработала в Москве, было в образе Мерлин Монро. Это выглядело так. Да что вы, ну вы такая хорошенькая, такая прелестная.
wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you, пум-пум-пум, тирли-тирли-тирли-пам, пум-пум-пи-тум-пу. Браво! Да, обаяшка. Ну, просто прелестная прелесть. Скажите, пожалуйста, миленькая, что за претензии были у мужчины к вам? У вашего первого гражданского мужа. Сколько он был не гражданский, мы с ним потом поженились. У нас был замечательный брак. Мы познакомились в Челябинске. Я сразу увидела, знаете, как женщина чувствует, что вот это вот ее мужчина. Это он был очень интеллигентен, образован, знал несколько языков. И хотя мы познакомились там, получилось так, что и он приехал в Москву тоже, практически в один день не сговариваясь. И получилось так, что сразу я как бы пришла и осталась. Потому что... И все, мы вместе начинали вот с самого-самого. Ни у него знакомых не было, ни у меня. И вместе строили семейную жизнь. Он очень уважал мое творчество. Как раз тогда начался проект «Фабрика звезд», я его не смотрела, смотрел он. Очень восхищался им. Говорит, Жень, иди, он хотел... И в это время у него были претензии, что вы не успеваете или плохо готовитесь? Нет, нет, нет. Когда у вас репетиции и съемки с утра до ночи? Нет, они были потом, скажем, тоже это была отмазка, но я это понимаю. Нас разлучил, скорее всего, в этом случае нас разлучил шоу-бизнес, потому что после «Фабрики звезд» нас забрали на год на гастроли. Я понимаю, мужчину, который год без женщин. Никого не будет. Нет, мне кажется, творческие профессии, люди вот этих профессий, они... Мне интересно, она готова к переезду в Тель-Авив? А я вот не поняла. Вы так вот работали. Вот с квартиры, что у вас там какая-то незадача вышла. Квартиру-то вы купили? Нет, первый раз мы копили вместе с мужем на квартиру, но она была куплена вот буквально там за несколько недель до брака и, соответственно, записана на его имя. А почему, соответственно, записано на его имя? Да, вот тоже. Вы знаете, тогда об этом не думала, настолько доверяла и любила этого человека, настолько он мне казался порядочным. То есть вы работали, ломались в течение года, ну, в течение по гастролям, все, что я зарабатывала, все деньги туда вкладывала. Поэтому квартира очень быстро. Скажите, а суд, а совесть, а может быть сейчас мы повлияем как-то? Знаете, тогда я была, нет, тогда я была как бы еще достаточно молодая, резка, я подумала, что я сейчас свою... Сказала, да подавись. Да не то, что подавись, то я свою сейчас энергетику, да, энергию, которая направлю сейчас в творчество, в создание нового. А куда ушла-то? Нет, просто понятно, никуда. Я сложила к подружке своей. Лучше все на мужчину записать, да, быть конечно, неимоверным. Действительно, все на мужчину записать. Пусть распоряжается, принимает решение. И до свидания. Поэтому надо нам доверять. А кто второй был, Жень? Второй раз я влюбилась совсем недавно. Это был достаточно богатый человек, и меня даже это богатство больше смущало, потому что мне, как казалось, оно его несколько испортило. И вот раз... Молодой? Да, молодой, но с ним было безумно интересно, совпадали все. То есть мы там смеялись целыми днями, во всех отношениях все прям... Он а еще когда деньги счастье. Есть, все хорошо, полный холодильник, тут прям обхохочешься. Нет, мои фантазии, да, плюс его реализация, нам было, конечно, очень весело и хорошо вместе. А фантазии были дорогие, я имею в виду? Нет, там, нет, нет, наоборот, он мне пытался вот... И что, не брала? Весь мой гардероб. Вы знаете, как-то я даже оставляла это в сейф, и так же... Ну, я не знаю, не это мне нужно было от хорошо, человека. И вот он такой богатый, чего же ему зациклился-то на зубной пасте? Это тоже, это а может быть, оговорка. Кстати, потому и стал богатый, что вот всю пасту до конца вот так сухнул. Еще чтобы не сухнул, закрывал. А если разбрасывать все такое? Да, миллион тюбиков и телегат. В общем, у нас была просто, как я потом поняла, разные цели в жизни. Я уже хотела семью, потому что я уже все заказала себе и в карьере, и все. Если бы это не прошло, я бы тоже, понимаете, я должна бы реализоваться, да. Я потом начала писать книги, потому что, понимаешь, для семейной жизни там гастролировать. А тема какая книг? Разное, ну, все про жизнь. Ну, скажем так, юмористические романы. Ага. Я была когда-то самая молодая. Ну, пошутите. Да легко. Я знаю один очень оптимистичный анекдот, который, как раз, наверное, отражает мое отношение к жизни. Значит, бегемот схватил лягушку нечаянно, такой пожевал ее, выплюнул на асфальт. Лягушка упала на асфальт. Ой, балди, вся в засосах. Смешной анекдот. Детский. Молодец. И сколько вы с ним прожили, с богатым? Полгода. Меня очень смущал этот замок, где я жила. Да, нет, действительно, он... Нет, нет, реально. Смущаться бы недельку. Он был, нет. Это был очень шикарный дом, но он больше был построен как вот Эрмитаж, не знаю, для приема гостей, там вот все время это было куча народу. Было? Это в Москве? В Москве, да, это Подмосковье. И, Роза, реально, как ты со злостью на вас. Не сошлись. Кто шла жизнь?
не сошлись в том, что реально мне нужна семья, а ему была нужна звезда в доме. И вот в этом как бы мы... А я позвездила бы напоследок. Ну, я влюбилась, и как, о карьере думала меньше всего, потому что если бы я понимала, сейчас меня будет опять носить по городам и странам, но когда приехала семья? Ваша мама в этот да. замок, где, наверное, ей было комнат не счесть. Он как-то засмущался, ему он это не очень понравилось. Он засмущался, сразу пропал. Я ждала объяснения, потому что по смс-ке, я говорю, мы же не по смс-ке жили, почему цена по смс-ке решила расстаться. Мне было безумно хорошо с тобой, но я решил, что вот мне лучше будет одному. Так, отбивается пока от вопросов. Ну, достойно. Ну, он приехал, в глаза посмотрел. Посмотрел, и когда я сказала, ну объясни, почему мы же так вот весь, вот ты вчера еще назвал меня своей любимой принцессой, а что он говорит, это так непонятно. Слушай, столько говорит, мелочей как-то накопилось, да. Вот тюбик пасты в ванной не закрываешь, я говорю, о, все понятно, понятно. Ты говорю, в душу человеку смотри, а не на тюбик пасты. Тюбик пасты можно вот такой купить. Вещи отдавал очень долго, что-то я забрала сама, потом он тянул, видимо, и ну, как бы отношения. Какие драгоценности с собой забрали? Ну, драгоценности я вывезла в первую очередь, потому что там были. А тоже не дурочка, да? Жить на что-то надо. Хорошо, смотрите, смогли бы уехать в Израиль? Я понимаю, что если я влюблюсь, я готова на любой подвиг, потому что ну, для того мы, ну, наверное, вам не надо с 8 до 5 сидеть где-то в офисе, потом, правильно? Да, я выяснила только что у своей подруги, которая тоже артистка, что в Израиле очень много российских мигрантов, и там есть для кого петь романсы, например, и вообще давать концерты. Мама молодец, что она делает упор на романсы. Как вы считаете, почему мужчины изменяют? Почему мужчины изменяют? Потому что, я думаю, что мужчине вообще дозволено изменять, потому что мужчины изменяют больше физически. Больше. А вы ответьте на вопрос, почему вы изменяете? Главное, чтобы я об этом не знала. Нет, почему мужчины изменяют? Вам легче на этот вопрос ответить. Ну, в общем-то, мужчины разные, да, и по-разному изменяют. Да, вот вы ответьте. Ну, почему изменяют мужчины? Мужчины изменяют, если он находится долго в отношениях с женщиной, потому что хочется чего-то на стороне. А, ну, в общем, одна из причин – это отсутствие чего-то нового. То есть фантазия. Знакомишься с какой-то красивой девушкой, а потом, может быть, трудно восхищаться домашними халатами. Да, меня муж вот недавно увидел в первоапрельской программе в белом парике. И столько смс-ок я получила. Конечно. Так что придется покупать. Да, в этом случае артистам повезло, потому что он все время меняется. А нам повезет еще больше, если вы покажете сюрприз. Можно ли? Я бы хотела, наверное, исполнить песню как раз про семейное счастье для Максима и для всех вас. Спасибо за аплодисменты. Вокруг меня весь мир такой огромный и пустой. Застыло время, словно сны. Уйду, но изменюсь, и я вернусь, чтоб стать другой. Прозрачнее воды, прекраснее звезды, родной. Как мало для счастья надо, быть просто с тобою рядом. Все то, что душа скопила, взяла в руки и раздарила. Как мало для счастья надо, быть просто с тобою рядом. Я этого и не знала, как много любви и мало. Женечка, да? Спасибо большое, дорогая. Вы прелесть, проходите в свою комнату. Ты молодой. Ты прям. Да? Ну как тебе, Макс? Слушай. Давай делись впечатлениями, как это близить. Очень много огня гороскопический человек, который любит производить впечатление. Только в ее случае этот огонь не столько в активность, сколько и во внешние эффекты тоже уходит. Она правда умеет произвести первое впечатление на мужчину. Она очень похожа на тот тип женщин, на которую вы можете купиться, за которым вы можете пойти. Но вам дальше требуется что-то еще. А именно требуется земля. Требуется порядок, упорядоченность существования. Требуется, чтобы женщина каким-то образом планировала свое и ваше с ней совместное существование, чтобы она задавала вам рамки и границы этого существования. Вот мне кажется, что Евгении этого может не хватить.
она производит научит. Впечатление. Не пугая, ну что ты сразу... Нет, и останавливается. Конечно, это особенность возраста прежде всего. Но Максу нужно, чтобы его немножко женщина строила. В Евгении этого нет. Тебе говорят, что будешь строить. А, я буду строить. Подстраивать это. Настраивать. Как струны. Нужную волну. Да. Будем знакомиться с третьей невестой или... Думаю, конечно, да. Все-таки, да? Все-таки, да. Ну, хорошо. Ну, ладно. Тогда готовьтесь, проходите. Вот Ксения, и я хотела бы сказать, чтобы женщина себя ощущала королевой, с ней должен быть настоящий король. Я надеюсь, что ты такой. Я тоже надеюсь. Спасибо. Спасибо. Ксения, 26 лет. Руководитель региональной компании в сфере продаж банковского оборудования. Ассистент почетного консула Словацкой Республики в Ростове-на-Дону. Организовывает благотворительные мероприятия, мечтает о собственной конюшне. Ксения бросила своего возлюбленного после того, как он начал оказывать знаки внимания ее подруге. Надеется, что Макс будет вести себя пристойно. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Ларис, ну хотела я, конечно, начать с подарков. Я не просто так не с пустыми руками ехала. Вот нам сегодня повезло-то, да? Пожалуйста. Я один подарок. Спасибо вам большое. Это какой-то чай, наверное, да? Да, это наш Ростовский. О, какой запах. Я не знаю. Просто сумасшедший. Такая внимательная. Да. Молодец, Ксюшечка. Как так получилось, что ваш молодой человек... Внимание от вас, такой прекрасной голубоглазки, на вашу подругу вдруг переметнул. Ну, ситуация произошла следующая. Мы с ним, во-первых, познакомила она его, ну, со мной. То есть мы начали встречаться с ее подачи, с ее руки. Это была большая компания. Мы друг другу понравились. Но это было очень долго, бурно. Это были бурные эмоции. То мы расходились, то мы сходились в какой-то период. Но чувства были. Были очень глубокие, сильные чувства. Но это просто было под Новый год. Он меня сначала оставил на Новый год с родителями. То есть мы договорились встретиться. Со своими? С моими родителями, да. Вашими? Он меня должен был забрать, он не забрал. Он позвонил, сказал, что я не приеду, я не могу, я там серьезно болен. Я, конечно, очень расстроена, я вся в слезах пошла к друзьям. Он приехал после этого. Друзьям? Да, он приехал к моим друзьям, потом я узнала, что он еще в этот вечер приставал к моей подруге. Ксения, дорогая, подруга об этом рассказала? Да, подруга это рассказала. Может быть, она просто злый день? Нет, она не злый день. А вы задавали вопрос ему? Правда ли это? Да, я задавала этот вопрос. Он сказал, может быть, я пьяный, может, я перепутал. Он мне сказал, что он перепутал ее со мной. Слушай, тьфу, слава богу, мне везет все-таки с друзьями, с подругами. Не, я вот, например, вообще, у меня вычислительная машина вместо глаз. Вообще рядом никто не появится просто. Сразу вот метла рядом со мной. Либо я на ней прилечу и всех, либо ей вымету. А можно задать вопрос? Ну, да, конечно. Ксюша, а вы готовы каждый день быть разной для того, чтобы Макс... А я каждый день разная. А что значит каждый день разная? Ну, Макс такой человек, что он в силу своей деятельности достаточно быстро прощупывает и видит людей и, возможно, теряет интерес к женщине. Не, подожди, поэтому... что значит брюнетка сегодня, его... завтра блондинка? Вы знаете, это одно из самых жутких требований. Абсолютно. Неисполнимых, тяжелых, унизительных требований. Вы замужем, время разное, не будь собой. Вы понимаете, когда сегодня работающая женщина, на которой еще и дом, даже если у тебя 4 домработницы, в доме хочется быть самой собой. Она и так каждый она день. Она и так каждый день, помню, что-то отмачивает. Это была такая Шкода, за которой, по-моему, я не знаю, глаз да глаз был нужен. Ксюнь, если он каждый день будет дарить вот такое вот, знаешь. И можно и постараться. И встречать его все время по-разному. Да. Сегодня улыбнулась, завтра запустила в него эти коробки. И сегодня в бриллиантах, завтра в жемчуге. Прямо буду это... разная, каждый день. А я тут недавно дочке предложила, была моя как бы идея, она ее сформировала. Говорит, мам, хорошая традиция, будем драгоценности собирать, а потом друг другу передавать. Ну там, от бабушки и так далее. Ну отлично. Вот, так что мы у нас есть такая в семье традиция. Да, мы за. Прекрасно. А у нас традиция есть на программе. Обязательно удивить сюрпризом жениха. Так что проходите. С удовольствием.
игрой свой подзал, рождал восторг и споры за то, что ты с душой играл. Народ тебя короновал, и даже брат твердил порой, скрывая страх, что ты король, что ты король. Виват король, виват, виват король, покоя ты не знал. Без пушек, без солдат, своей игрой ты страны покорял. Меня же покорил, что верным был, что был самим собой. И не было игрой, пустой игрой твоя любовь. Виват король, виват, виват король, виват король, виват, виват король. Не плачь, мой мир, не горюй. Спасибо, Ксения, спасибо, дорогая. Проходите в комнату. Ксенечка, браво, да, ты просто супер. Да, молодец, да. Держалась очень хорошо. Да? Если у нас стоит задача женить практически холостяка, надо подключать тяжелую артиллерию. А что? А тяжелая артиллерия, конечно, мама. А что маму может обрадовать? Только своя девочка. Поэтому... Своя хорошая девочка. А это вообще бонусы, как говорится, это. Поэтому главное, маме понравится, значит, женится. Василиса, ты улыбаешься, хотелось бы, чтобы это было хорошим знаком. Очень понравилось мне. Я хочу сказать, что как астролог с удовольствием констатирую, в ближайшие несколько лет у нее есть все шансы выйти замуж. Более того, в ближайшие пару лет она может выбирать мужчин. На нее точно будет обращать внимание не только Макс, но какие-то мужчины и еще. Вопрос, будет ли она отвечать вниманием, это вопрос серьезности ваших намерений. Но у нее действительно много возможностей. И в ближайшие годы они не закроются. Мне приятно констатировать, что вот женщина может выбирать. Уравновешенная, спокойная, умеющая за себя вместе с тем постоять. Достаточно легкая в общении. В ней может быть не быть такого внешнего эффекта, как нашей второй героине, то, что на вас обычно производит первое впечатление. Но в долгую, на большой дистанции, мне кажется, что она подошла бы вам хорошо. Очень скоро мы узнаем, какой выбор сделает наш жених. Не пропустите. Екатерина. Давайте советовать своему другу. Ну, вы знаете, лично я, если бы была на месте Макса, я больше всего обратила внимание, конечно, на Ксению. Евгения, вторая героиня, она, конечно, в его вкусе и абсолютно на него производит впечатление яркие девушки. Но Ксения, может быть, для него более ровной в плане нахождения рядом ежедневно. И при этом у нее есть собственный характер, и она естественная, и она может действительно постоять за себя и дать отпор, что, в принципе, рядом с ним необходимо. Вот ты произвела очень хорошее впечатление, Ксюша. Молодец. Мне как достаточно тяжело принять это решение, учитывая, что все девушки замечательные, но, скорее всего, не сегодня. Не сегодня? Не сегодня. Вот я так и говорила, жабенка похож на того. Вот, знаете, еще пару лет, и вы вообще никому будете не нужны, понимаете? Хорошо. Правда. Мы вообще не... Правда. Знаешь, кому он будет нужен? Вот такой, как мне. Только мне дитя не надо рожать, как говорится, а больше для меня как игрулька будешь. Понимаешь? Потому что тоже надо на свои годочки ну смотреть. Ну вот смотрите. И свой кинофон надо хранить. Правильно, Роза, отчитай его. Нельзя так поступать. Зачем он приезжал? Не-не-не. Не верите вы старому астрологу, это называется. Я с самого начала сказала, что вы относитесь к типажу мужчин достаточно редко. Мы, кстати, только 3% мужчин так устроены, как вы в своих предпочтениях. Вы сами противоречивы. Это не от тех 3%? Нет, я имею не от тех. Нет, это, а нет, это противоречивые требования к женщине. Когда нравится одно, потом оно же не нравится, и нравится принципиально другое. Тут очень важно договориться самому с собой. Поэтому я думаю, что вам понравились какие-то моменты в характере каждой из девушек. Отдельно, конечно, да? Отдельные личности. Но, к сожалению, человек не пазл. Его не составишь из отдельных я деталей. Я понимаю. В любом случае придется делать какой-то выбор. А мне кажется, он испугался.
Мне кажется, он растерялся и немного испугался, потому что начали на него давить в мою сторону, а ему хотелось другого. Самому принять решение. Да. Вы когда-то должны будете сделать этот решающий шаг над собой, вы поймите. У тебя работа, но для этого я решил начать с вашей программы. Ну, правда, мне тоже жаль, Лариса. Макс, не смотрите на меня перед так. Вами 4 комнаты, 4 двери. Есть несколько шагов, которые отделяют вас от, может невеста быть, очень важного 3. Решения. Вы можете зайти к одной из невест, вы можете пойти в комнату, где вас никто не ждет. У вас есть несколько секунд для того, чтобы передумать. Проходите, в любом случае мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс их номером по телефону 4151. Сергей, 48 лет, номер 3422. Сантехник в больнице, увлекается историей и изучает иностранные языки. Знакомится с привлекательной дамой с пышными формами и добрым сердцем. Анна, 30 лет, номер 3423. Частный предприниматель в сфере рукоделия. Подрабатывает хореографом, в свободное время любит встречаться с друзьями. Познакомиться с темпераментным мужчиной, готовым на безумные поступки ради любви. Мы не знаем, выйдет Макс один или с избранницей. Я приглашаю всех. Выходите, давайте его поддержим. Сегодня у нас нет пары. Если вы одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай, поженимся. Неужели вам правда 102 года? Вы нас обманываете. Он заставит меня петь, а я петь не люблю. Как умею, так и спрашиваю. Да, не да, надо да. меня учить. Это, да, конечно, да. мое место. Пилить, значит, пилить. Стругать, значит, стругать. Я наравне с мужчиной. Ну, тогда тебе еще одного. Буратино, строгай, Раечка. У меня приводная петля, демпинг-синдром. Там болячек много. Такую потянете? Можно и потяну. О, Раечка какой, смотри, 102. Еще, говорит, поцелуй.